Б7. На G3 BC7, наверное. И сейчас на любой ход BC7, да. Ну да, у меня та же идея. Вроде успеваю. Так, 10 секунд или сколько? 10 там? Секунд. А, слушай, он отдал. Ой-ой-ой, можно не успеть. К тому же здесь еще люди умеют рубить флаги. Ну мы тоже умеем. Мы тоже умеем, флаг. Да. Да. Ну вот за счет примовов можно и успеть случайно. Вот, успел, все-таки попался он, слушай. Да, за одну секунду, друзья, это достойно лайка, я думаю. За одну секунду успел. 4 было очень сильно. Ну и все, выигрыш. Наверное. Тут вперед, да. Только надо очень быстро. Но если шашку под бой случайно поставишь, ничего страшного, у меня тоже время. Главное, все ходы напрямую. Нет, какая ничья. Главное, все ходы на прямого делать. Сейчас примув на один, потом примув АБ2, все, да, четко. А у него сейчас у самого время закончится. Ну да, вот я и говорю, даже если случайно под бой подставим, ничего страшного. Во-первых, выигрыш. Пока он побьет. О! С огоньком, да. О, с огоньком, да. Так, ну теперь важно не уронить флаг. Да. Ах, он сейчас отдаст, смотри, да и да я тоже отдам. Блин, он флаг срубит. Ну, ну ладно, не одну проиграем, ничего страшного. Ну, давай, на G1, может шашку сейчас успеем разменять. Это. Ну, конечно, теоретическая ничья, но все равно. Тут еще, что называется, мучить и мучить. Да, за 15 секунд, конечно, тут нереально ничего сделать. Да, то есть через две простые шашка C1 не проводится. Но 15 секунд зарешают. Так, на C5. Так, ой, давай. Сейчас опасно было. Приму. Да, смотри-ка, он еще и шашку повел. Так, может да, АБ4? Давай. На любой ход вообще. У него тоже время мало, попробуй на прямовых играй на одних. Ну как-нибудь так подгадывай, чтобы он тебя не поймал. И вдруг повезет. Так, он. Слушай, а он сейчас не успеет выиграть. Ну, я говорю, видишь, у него это тоже проблема. У нас, конечно, времени меньше пока что. Так. Ответственный момент, задержим дыхание и посмотрим, у кого же время закончится. Есть! Вот это было тяжело, реально. Не, ну по идее он получил выиграно, конечно, но за счет того, что у меня очень мало времени было, да. Да, вот представляешь, Олег, сколько сейчас в наш снова адрес Денис, ну наш да. Соперник отправил так. Нехороших слов. Так, G4. Есть такое. Че, ничего нет, что ли, да? Ну, ладно, проверим сейчас. Придется сдаться, что ли, нам. Сейчас проверим. Или не сдаться, подожди. Может еще что-нибудь выдумаем, да? А так, H5, да. H4, E6. FE5, наверное, да? Да. И на так, отход и на ED4. Ну, похоже. Так. Он напал туда. Сейчас еще чуть выиграем. О, жепа, опа, жепа, дружище! Жепа. Красиво, кстати. Сейчас только успеть надо. Да. Ну это, по-моему, ничья, кстати. Какая ничья? А, вот выиграно. Это шашка. Блин, да, красиво, нормально. Выиграли и проиграны. Мне это понравилось, слушай.
Самое главное, друзья, не сдаваться раньше времени. Я хода за три до этого увидел жертву, но я не думал, что он попадется на самом деле. Ну я в последний момент увидел, да.